Географию в школе учили? А когда квартиру покупали или когда покупать будете, какой сценарий возникает? Вы так заходите в дом, и там прежний хозяин квартиры, и при этом с порога говорите: «Найроби, столица Кении». Он так: «Ой-ой-ой, продам этому и уступлю сразу 10%. Немножко посерьезнее. Если вы будете строить дом, то что важнее? Знание, что гипотенуза, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, или навык провести переговоры, найти хорошую бригаду, которая сделает тебе весь этот ремонт или построит тебе дом? Со школы у нас осталась следующая вещь. Мы решили, что учиться бесполезно, потому что большая часть тех знаний, которые мы получили там, мы никогда в жизни не использовали. Мы перестали учиться. Мы не уяснили того, что знания наши все делятся на бесполезные, которые не используются, на полезные и на архиполезные, которые обязательно нужно перевести в навыки. Умение вести переговоры – это из разряда архиполезных. В этом видео 10 базовых правил, как необходимо вести переговоры. Правило номер один – не вести переговоры против себя самого. Вам знакомо? Из юношества, возможно, «она мне откажет». Вот «она мне откажет» – это переговоры против себя самого. Но самое страшное в них, что отказ поступает не оттуда, отказ поступает изнутри. И опасность его в том, что он начинает тиражироваться. И она тебе откажет, и она тебе откажет. И далее тебе будут вечно отказывать. На работу тебя не возьмут, в нужный вуз тебя не примут, и нужный бизнес у тебя открыть не получится. Потому что ты научился, и это навык, генерировать отказы изнутри. Никто никогда не отказал нам так много, как мы отказали себе сами. Правило номер один гласит: не вести переговоры против себя самого. Этому правилу нужно придерживаться. Потому что если мы этого не делаем, то мы не входим в переговоры никогда. И умение вести переговоры – это все-таки навык. Навык улучшается с практикой. Если ты не проходишь первое правило, ты никогда не будешь практиковаться, и ты никогда не станешь грамотным переговорщиком. Это означает, очень мало шансов, что у тебя будут хорошие отношения, очень мало шансов, что ты построишь хорошее партнерство, и во всех твоих сделках будущих у тебя не будет никогда скидки от 5 до 50%, потому что ты просто никогда не научился влиять на других людей. Ты просто останешься одиночкой. Первое правило – не вести переговоры против себя самого. Второе правило. Представьте себе, есть два эквалайзера. Эквалайзер первый – это эмоции человека. Он максимально близкий к нам. Эквалайзер удаленный – это логика. Правило гласит, логика всегда должна быть выше, чем эмоции. Эмоции – это огромный расход энергии человека. Мы так много тратим наших умственных калорий на эмоции, что на логику рассуждения, на уделение внимания деталям у нас просто не хватает сил. Самое страшное в эмоциях – они подавляют интуицию. А интуиция – это место, где у нас хранится весь наш жизненный опыт, к которому мы всегда имеем доступ, если мы не слишком эмоциональны, не слишком напряжены. Проведите такой мысленный анализ сейчас в сознании. Те ваши знакомые, которые вышли замуж, женились или развелись, скорее всего, они вышли замуж или женились на том, у кого у них была вспышка эмоциональная. Это была просто она, девушка мечты, которая перестала ей быть через 2 месяца. Почему? Потому что эмоции затуманивают разум настолько, что разум принимает неправильные решения. Самые лучшие браки – это браки, где было достаточное количество эмоций. Люди очень симпатизировали друг другу, но там еще оставалась логика. Это браки, которые жили очень-при-очень долго. Помните это правило. Логика должна превышать ваши эмоции. Если так происходит, то благо от переговоров идут к вам. Если же эмоция превышает логику, то все уходит от вас. И еще одно преимущество неэмоциональности в переговорах. Если другая сторона является правильной стороной, вам действительно эта сделка была бы очень полезна, и она видит, что вы очень эмоциональны, люди от вас отвернутся, потому что вы принимаете решение на основании ваших эмоций, и эмоции меняются. Когда ваши эмоции поменяются, поменяетесь вы. Они не хотят работать с вами в режиме нестабильности. Правило ведения переговоров номер 3. Есть 3 стадии ведения переговоров. Предварительные переговоры. Здесь никакие переговоры пока что не ведутся. Вы просто узнаете ситуацию на рынке. Вы знакомитесь с людьми, которые находятся на рынке. Вы просто получаете информацию для того, чтобы впоследствии на реальных переговорах принять правильное решение. И потом, если уже другая сторона или вы сами хотите вернуться к прежним переговорам и эти условия пересмотреть, вы можете устроить постпереговоры, где вы будете обговаривать уже достигнутые договоренности. Очень большое количество людей никогда не входит в переговоры, потому что у них нет информации. Ну я же не знаю, о чем будут там разговаривать. А ты не должен знать. Ты пока что находишься на первой стадии, сбор информации. Другая сторона всегда будет пытаться тебя загнать в переговоры. Они будут думать, что ты находишься здесь. Давайте заключим сделку, давайте подпишем. Ничего пока что подписывать мы не будем, потому что мы находимся с вами на стадии предварительных переговоров. Магазин Champs, Манхэттен, Нью-Йорк. У меня 10-й размер.
кроссовок, я прошу у ассистента, огромный темнокожий парень, 1.2 метра ростом. Ему место было, видимо, не в магазине, а в каком-то шикарном спортзале. Он говорит, у нас нет 10 размера, у нас есть 9 либо 11. Приносите мне оба. Я меряю 9 предсказуемо маленький, 11 предсказуемо большой. Which ones are you going to buy, sir? Какие вы будете покупать, сэр? С таким давлением, такой тонкий американский рэкет. Я не взял никакие, потому что они подходили. Но понимание, которое мы заложили как потребители, то, что мы просто выбираем сейчас. Мы к договору не готовы. Там мы его сохраняем. Почему же мы не переносим тот же самый менталитет на основные переговоры? Сначала соберите информацию. Другая сторона всегда будет пытаться перенести вас сюда. Не надо. Я нахожусь в предварительной стадии сбора информации. Потом заключим договора. Теперь третья стадия. Это переговоры по результатам уже основных заключенных до этой переговоров. Вам совершенно не обязательно соглашаться на новые сделки, их пересматривать, если прежняя стадия вас вполне удовлетворяет. Я помню, когда я строил этот дом, где находится сейчас вот эта студия, где я записываю это видео, у меня работала бригада белорусов, и я был удивлен, какие классные переговорщики оказались эти, казалось бы, обыкновенные строители, первоклассные манипуляторы, умеющие манипулировать давлением. Это было просто феноменально. Это была большая честь. Ребята сделали прекрасную работу, но вести переговоры с ними было всегда непросто. Мне это прям даже нравилось на самом деле. Что они делали? Когда им не нравились те договоренности, которые были достигнуты до этого, они садились. Они всегда садились все вместе. Это были огромные мужчины. Пытаясь оказывать какое-то давление на меня, Александр, ну, мне нравятся эти условия, давайте пересмотрим. Я говорю, мы не можем пересмотреть, мы или выполняем их дальше, либо мы отказываемся и расторгаем всю сделку. Мне совершенно было не обязательно возвращаться и перечеркивать полностью вторую стадию, потому что я очень хорошо провел эту вторую стадию. Идем дальше. Правило для переговоров номер 4. Всегда помните, что вы ведете переговоры не с одной стороной, которая находится там, а всегда с четырьмя. Это другая сторона, то есть имеется в виду их логическая составляющая, и их эго. Вы и ваше эго. И если кто-то из этих сторон почувствовал, что здесь ему быть не надо, то сделка никогда не заключится. Ни в коем случае. Никогда. Это, пожалуй, правило номер один. Не обидьте другую сторону, не обидьте их эго, потому что их эго – это огромная жирная точка, а они сами здесь намного меньше. Варианты обидеть эго существует очень много. Я удивлен глупостью, которая сегодня превалирует в обществе в назидании нам жесткого стиля переговоров. Если были бы навыки вести переговоры, увести их в жесткость, тоже важны. Но это, пожалуй, может быть от 1 до 10% так редко нужно сделать. И только на постпереговорах, во время предварительных переговоров, во время основных переговоров, навык, который нам максимально нужен, это смягчить переговоры. Нам нужно это эго помирить со своим эго, помирить с собой, показать, что он прекрасно считается этим хозяином этого эго. Нам не нужны здесь конфликты, если мы хотим достигнуть договоренности. Очень простой способ обидеть эго другой стороны, при условии, что другая сторона – это все-таки состоятельные люди, у них много денег, они многого достигли, они очень ценят свое время. Обидеть это эго можно просто, не уважая их время. Очень часто видел, когда презентация, с которой приходят люди на переговоры, не готова. Люди тянут время. Они вместо того, чтобы рассказать суть дела, вводят какие-то анонсы в стиле YouTube, неудачных YouTube-блогеров, которые «я расскажу вам сегодня», и потом он этого не рассказывает. Прям сядь и расскажи по делу. Очень хорошее правило. Это правило я использую везде, в своих выступлениях, я использую в обучении в спикер-клубе. Всегда выступай так, говори так, будто бы ты общаешься с боссом и мафией. Там не должно быть ничего лишнего. Если юмору место, то вставь юмор, но чтобы он был смешной. Нет юмору места, не нужно. Дай основную, самую главную суть. И тут мы переходим с вами к пятому правилу ведения переговоров. Пятое правило гласит, твоя презентация должна быть на отлично. Это очень важно. Если ты продаешь, то другая сторона должна получить все ответы на все самые главные вопросы. Они должны активизировать свои эмоции и захотеть то, что ты продаешь. В презентации, вот в этой пятерке, презентация на 5, вот эта палочка, которую так бы нарисовали, это якорь. Если вам не знакомо понятие якоря, то якорь – это та цена или та метка, с которой впоследствии мы будем сравнивать все остальное. Скажем, вы однажды купили где-то кофе за 50 рублей, и эта кофейня была возле вашего дома. Вы покупали там кофе многократно, после этого купить кофе вам за 150 рублей, за 200, за 300, как он сейчас повсеместно стоит, будет буквально невозможно, потому что вы привыкли, у вас якорь в сознании, что кофе должно стоить 50 рублей. И я требую кофе за 50 рублей, потому что такая цена честная. Так вот, якорение
может быть двух типов. Вы можете заикарить цену, скажем, вы продаете арматуру, и ваша арматура стоит 30 тысяч рублей за тонну, когда все остальные продают ее за 40. Вам можно больше ничего не говорить. Вам не нужна никакая презентация. Ребята, у нас 30 тысяч за тонну, и у вас будет очередь. Это вся ваша презентация. Но если вы не обладаете сумасшедшим ценовым преимуществом, что, скорее всего, у вас нет, это редчайшая вещь, то у вас должна быть презентация ваших фишек, как это делает компания Apple, ваших отдельных качеств, которые в вашем сервисе есть. Да, потому что у человека должен остаться якорь после вашей презентации. Давайте вспомним презентацию компании Apple. Тим Кук, конечно, он не презентует как Стив Джобс, и я сегодня, когда смотрю презентацию Тим Кука, я думаю о том, что он очень много сделал для компании Apple в других областях. Но компания Apple, когда ведет свои презентации сегодня, они сначала презентуют новые фишки. Вот наши Apple Watch. Вот что эти Apple Watch могут делать. Вот какие они классные. И мы когда уже слышим, у нас настолько в якорях прописалось качество этого продукта, что когда в конце уже оглашается цена, нас буквально цена уже не интересует. Мы так сильно хотим получить этот продукт. Помните, что пункт номер 5 – это в ваших переговорах должна быть презентация на отлично. И в презентации очень важно. Первое значение. Я сегодня хочу, это большое видео получилось, я это понимаю, ужать это хотя бы во что-то. Очень важно это якорение. Используйте якорь. Если у вас нет суперконкурентного предложения по цене, то вашим якорением должно быть качество. Переходим дальше. Пункт номер 6. Если вы не продаете, а покупаете, вы являетесь другой стороной на переговорах, то вот эта шестерка, смещенный к низу центр тяжести в этой шестерке, там должны быть все ваши вопросы. И вопросы делятся на две категории. Вопросы прямые, самые жесткие, ведущие к ответам, к самой важной для вас информации. Вы очень часто имеете право их задавать. Прямо напрямую вы спрашиваете другую сторону, а это, а что будет если, а что будет если так? Переговоры – это место, где выявляется истина, выявляется ясность, где все становится совершенно понятно. И если вы это не выявите, а когда вы покупатель, это ваша работа, то впоследствии вы будете очень довольны этими результатами. Поэтому в шестерке часть вопросов вы имеете право задавать. Но есть ситуации, они довольно-таки частые сегодня в этом ранимом обществе, когда вы не можете напрямую спрашивать. Одна моя знакомая, она глава HR-отдела крупнейшей компании, она проводит десятки интервью каждый день. У нее опыт десятки лет. И за эти годы она сложила очень много вопросов, которые очень тонко выявляют ситуацию другого человека, сидящего по ту сторону стола от нее, но напрямую не спрашивая об этом. Например, она спрашивает, как вы любите отдыхать? Человек раскрывается, я люблю ездить в отпуск, он рассказывает, что он ездит один, но в разговоре дальше или в резюме у него написано, что он женат. И возникают большие вопросы, как так, ты женат, но ты постоянно отдыхаешь один. Это уже может быть сигналом, что человек имеет какие-то проблемы дома. И мы должны помнить, что нанимая человека на работу, мы нанимаем весь его багажник. А в багажнике идет его семья, его проблемы, его увлечения, его хобби. Мы нанимаем его полностью. И очень часто, если работа важная, если мы говорим о топ-менеджменте, нам не нужны проблемные люди. Перейдем дальше. Пункт номер 7. Пункт номер 7. В какой-то мере это, они очень похожи, вот эти пункты все, друг с другом, в том плане, что они напоминают те цифры, которые я использую в ассоциации их. Вот семерка – это перечеркнутая единица. Если пункт номер 1 был «не веди переговоры против себя», то пункт номер 7 означает «от некоторых переговоров нужно отказаться». Если единица нас мотивировала, иди на переговоры, общайся больше, ищи возможности, ищи партнеров, то пункт номер 7 означает если ты прошел весь этот цикл, и ты понимаешь, что другая сторона совершенно тебе не нужна в этих переговорах, ты имеешь полное право, более того, тебе нужно отказаться от этой сделки, потому что большая часть успешных переговоров – это те, в которых мы отказались от сделки. И другая сторона. Если вы понимаете, с кем вам нужно вести переговоры больше всего, вы очень сильно экономите свое время. Я помню, когда я покупал квартиру, и у меня получилось купить ее на 20 либо 30% дешевле. Квартира близкая к центру Москвы, и рынок очень ликвидный. Я купил дешевле, чем это было по рынку. Почему я это сделал? Потому что я использовал все мои навыки, и один из пунктов был, я четко квалифицировал идеального продавца для меня. Я не рассматривал варианты, даже не тратил свое время на квартиры, которые были в идеальном состоянии. Это означало, что человек любит свою квартиру, и в цене он никогда не уступит. Я не рассматриваю варианты, где был один собственник, потому что он все деньги получил к себе, и он будет дорожить каждой копейкой. Для меня был очень важный, чтобы это были люди,
которые разводятся или находятся в состоянии деления квартиры. Им не важна лишние там 5 миллионов, для них ничего не решает, потому что они все равно это поделят на большое количество людей. И квартира должна была быть в очень плохом состоянии. Это означало, что они вообще не дорожат и просто хотят от нее избавиться. Я дисквалифицировал, просто перечеркивал все остальные ненужные мне варианты, и это шикарно сработало. Пойдем дальше. Пункт номер 8. Если переговоры для вас очень важны, в этих переговорах должны участвовать вы и ваша команда. Восьмерка, вот так наклоненные нолики. Вы должны все вместе посмотреть на ситуацию, посмотреть на кандидата, и каждый потом, впоследствии, обсуждая результаты, огласил бы свое решение. Один из моих хороших знакомых, нанимая людей в топ-менеджмент своей компании, всегда проводит панельные интервью. Он это аргументирует так. Не все вещи я замечаю. У меня определенный склад ума, у моей команды другие мозги. То, что видят они, я могу не заметить. И ему очень полезна обратная связь от своих партнеров по бизнесу, когда они рассматривают нового кандидата. Пункт номер 8 был – ведите панельные переговоры. Пункт номер 9 – детали имеют высочайшее значение. 999-я проба. Вы должны углубиться в каждую деталь этих переговоров. Знаете, что отличает профессионала в переговорах от любителя? У профессионалов гораздо больше базовых моментов. У любителя все является деталями. Он там маленькая штучка, этому нужно уделить внимание. У профессионала нет маленьких штучек, у него все является важным. Я приведу пример. Когда я заключаю любого рода сделки или с кем-то просто общаюсь даже, это уже привычки, я всегда обговариваю, как мы будем коммуницировать. Для меня, допустим, мне не нравится прослушивать, я это исключительно редко делаю, записанные аудиосообщения на WhatsApp. Я не хочу быть автоответчиком, потреблять просто мнение другого человека, которого даже не интересовало, чтобы я ответил ему в ответ, и он мне не позвонил. Процесс коммуникации настолько важен в длинных сделках, потому что сделки на большие суммы денег не заключаются за одну встречу. Они требуют постоянных встреч, разговоров, коррекций. И в этих коррекциях люди теряют сделки, теряют очень важные для себя договора, потому что они просто не обговорили процесс коммуникации. Процесс коммуникации для меня – это является один из самых основных базовых компонентов любой сделки. Само собой, цена важна, сроки важны, люди, которые будут делать, важны. Все эти вещи имеют качество, каждая деталь имеет значение. Но процесс коммуникации также важен. Пункт номер 9 означает в переговорах детали имеют огромное значение. И пункт номер 10. Все то, что до этого говорилось за столом переговоров, это было хорошо. Люди были приятные, вещи были обсуждены, все было хорошо. Но имеет значение только то, единица и ноль, что легло в ваш договор, что осталось на бумаге и под чем люди подписали, оставили свои подписи. Нужно понимать, что до договора работала логика, до договора работала ваша дружба, работало взаимопонимание, работала даже справедливость. Но после договора все эти вещи остаются там и работает только договор. Я резюмирую самую главную мысль из всего этого видео. Переговоры – это знания и навыки из разряда архиважных. Если вы сегодня просто поставите перед собой цель «я стану очень хорошим в переговорах», это драматически повлияет на вашу жизнь. Это повлияет на отношения, это повлияет на бизнес в плане партнерства, это повлияет даже на отношения человека с самим собой, потому что он научится побеждать того внутреннего «я», который всегда говорит, что у тебя не получится. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.